Яндекс Ньюс. Утро на Болткоме. Мы продолжаем наше утро. Анастасия Смоловская, Аби Келкин в этой студии. И Евгений Копейн у нас звукорежиссер. И гость, мне кажется, очень даже околомедицинская тема. Для того, чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом. Для кого это не секрет. Поэтому главный секретарь Федерации карате Латвии Арнис Шауринч у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. 40 лет латвийскому карате исполняется. Вот мы начнем с этого, и в ближайшие полчаса об этом будем говорить. Что за эти 40 лет прошло? Как можно проследить, что изменилось? Потому что я, например, слышала много, что когда-то было и запрещено, и, в общем-то, как-то так не самым престижным видом спорта это было в советские времена. Например. Ну, может, не престижным самым, причем потому что у нас очень много видов спорта было. Это было, когда это все началось у нас в Латвии, это, как вы правильно сказали, 40 лет назад, это мы считаем как бы тот момент, когда был первый официальный набор карате-секции в Латвии, и это было 9 сентября 1979 года. Да? И это было советское время, и спорт был лицом страны. И, конечно, было очень много видов спорта, которые уже завоевали популярность, да? Так как Олимпийские игры начались в 1896 году, да? Модные нашего времени. Да? И вот эти виды спорта, часть, которые уже постепенно уже вот в эти 70-е годы были, конечно, это были доминирующие. Страна все силы вкладывала, тем более это все было бесплатно, весь спорт, да, и у нас, конечно, был и профессиональный, так называемый сейчас спорт высших достижений, да, который вот эти люди как раз и представляли страну, да, и у нас были чемпионы, да, в разных видах. И, конечно, потому карате, но карате было модное как раз вот в этот 78-79 год. Мы, может, не были самыми такими, да, которые все знают, но вот модными мы были, и за счет этого у нас как бы знали все. Почему? Потому что и дети старались за счет фильмов, за счет были журналисты, которые писали статьи интересные, да, и были фотографы, которые красивые делали фотоснимки, да, были и японские какие-то фильмы, которые нам показывали, и это влияло на то, что была любознательность, что же это такое, потому что какое-то название слышали, а что же это такое, никто не видел. И за счет этого в 79-м году на взморье Калгалы проходил первый прием, и там больше 1000 человек приехало и на поезде, и на каких-то транспортах, чтобы участвовать. И из каждой там такие забеги делались, там по 100 человек, из которых 30 лучших отбирались. Но надо сразу сказать, что в то время не было, это не детское карате и не детский спорт, как сейчас. Да? У нас сейчас доминирует как бы больше как раз дети занимаются, взрослые постолько, поскольку могут. Да? А тогда это было как раз взрослые люди, много после армии, и, в принципе, они уже прошедшие были и закал и спорта в школе, закал и на улицах там игры, и закал армии и видов спорта каких-то, да, и приходили, да, за счет этого как бы очень физически подготовленные, морально и духовно, и это был вот тот костяк первый, который стартовал, из которого создавались вот сборные, потому что было разрешено в Советском Союзе, также и в Латвии, да, было разрешено спортивное карате, то есть как бы акцент был на соревнования, на это. И так, как вы правильно сказали, в 82-м году выходили первые законы, которые регламентировали, что уже запрещается как бы тренировать карате. И конец этому всему был 84-й год, когда приняли закон там, еще. То есть было в криминальном кодексе появилась статья и в административном. И до 89-го года как бы было официально запрещено учить карате. Очень-очень модно.
Ну, нет, ну вот это модно, вот было вот 79-й по 82-й, 84-й, где-то этот год, эти люди участвовали в соревнованиях, были чемпионаты Союза, были чемпионаты Латвии, да, в которых тренировались, были очень огромные группы, да, этих людей, из них была у нас больше была представлена так называемая СНЭ-школа, да, и там была очень иерархия и очень... структура, да, то есть были группы начинающих, потом кто лучше их отбирали в следующие группы к другим тренерам. Также, в принципе, такой отбор, как в других видах спорта в то время, да, и выше, 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 и пока они не попадали в сборные юношеские или сборные взрослых, потому что каких-то экспериментальные группы разрешались, там юношей и девушек, да, но как бы акцент был на то, что это взрослые, взрослые люди. И также здесь в наборе первом где-то младшие были где-то 16 лет, такие не меньше, да, чтобы понимать, что вот, вот за это время что прошло? Вы сказали, что больше детей все-таки сейчас акцент на сейчас, детские. Сейчас, может, не то, что акцент, просто так все поменялось, да, поменялось то, что, может, мы сейчас очень заняты, да, когда сейчас... когда общаешься и с родителями, и с коллегами, да, разных видов спорта, да, как бы видишь, что родители очень заняты добыванием финансовых средств, других средств, да, чтобы помочь ребенку расти, приходится им выезжать в какие-то страны, то, что тогда не было, это все было все-таки страна, страна защищала как бы, да, людей. И была работа здесь на месте, да, здесь очень было активно. Почему? Ну, представьте, в то время, начало вот этих 70-х годов, да, там в группе было по 200 человек, да, это сейчас вряд ли кто-то может себе позволить такие, да, группы. И тренера, они тренировали по несколько групп таких в день, да, ну, и вот и этот марафон, был. Марафон, ну, по бесплатности карате был особый такой вид спорта, который всегда был платным. Это было, ну, такое, если брать в советской этой спортивной системе, парадоксальная вещь, когда все было бесплатно, все, да, ну, вот, ну, может, за счет того, что это все-таки был акцент вот на этих взрослых людей, да, то есть это было платно, это, может, там не такие большие деньги были по тому времени, да, но это вот это время как бы было платно, но это деньги уходили в стране, то есть они уходили вот этим клубам государственным, которые, ну, платили тренерам, платили там и так далее. И так далее. Потому что было образование, да, там сейчас иногда бывает за счет того, что были какие-то эти времена, ну, когда Советский Союз разрушился, и считали там этих всех спортсменов, каких-то там представителей криминальных и так далее, структур, да, то разговор о чем? То, что... образование было, потому что государство, это все, спорт был государственный. За счет этого всех этих тренеров, что они тренируют там за деньги или так, да, это было государственные, ну, на государственной службе, и их учили, учили хорошо, да. У нас были и спортивные академии, и тогда было, да, и другие академии были, ездили, тренера ездили на повышение квалификации, сдавали в Москве экзамены, да, всесоюзные, да, и получали инструкторские степени, которым они имели право здесь тренировать, потому что это было тоже очень все строго, да. Как сейчас, вот, ну, карате, это достаточно дорого, если там уезжать учиться куда-то за границу. Насколько на сегодняшний день там тренер может себе позволить куда-то поехать, какой-то зарубежный опыт получить? У нас есть тренера, которые вообще за границей уже на таком уровне. Просто у нас вот то, что мы как раз к чему коснулись, это то, что... почему это детское карате может? Потому что эти взрослые люди, которых дети... они должны сейчас очень много сил тратить на то, чтобы добыть эти финансовые и другие средства, да, чтобы помочь своим детям и вообще своей семье, да. И акцент как бы на материальный. Тогда все-таки это было, во-первых, духовное больше, да. Я так, это мое мнение, да. Духовное было больше, да. Вся эта культура была. Ну, например, у нас вот тот же в карате, да, и вообще в видах спорта я занимаюсь 40 лет, ну, видами борьбы, да. Ну вот, я могу сказать о советской системе спорта, да, то есть там
там нельзя было ругаться, там нельзя было каким-то там, ну, там в каком-то алкогольном опьянении или покурившим там прийти или что-то, да. Тебя выгоняли из этой группы и все, да. Особенно, скажем, в карате, когда мы там занимались, да, это все было очень жестко, все очень... Дисциплина, да? Да, конечно, такого не было вообще. Там, и, вообще, во-первых, никто не разрешал себе, все понимали этику, и не было такого, как сейчас там на улицах или еще где-то, да, ну, такого сквернословия и так далее, да. То есть вот эта вся духовная сторона, я думаю, была намного чище и лучше, да, к чему я и призываю, да, обращать этому внимание, да. Потому что кроме вот этих всех материальных, мы должны об этом тоже думать. Да, потому что это дает вот эти силы, которые мы тратим, да, зря, да, которые мы можем сэкономить, потому что все негатива хватает. Да. И вот я думаю, что вот это карате у нас тогда было... Чего у нас не было? У нас не было тогда вот этих книг, ну, таких, мы, это было сам издат и так далее. То есть не было таких материалов, видео, да, такое, так, у нас не было, было, да. Вот то, что вы говорите. Мы, сейчас мы можем в мире любую информацию получить. Если мы не можем так, мы можем заплатить инструктору, он приедет, или мы сами поймем то, что вы говорите. Да, никаких проблем. Даже если мы не знаем языка, тоже никакой проблем нет. Возьмем какого-то переводчика и сделаем. Да. Тогда в чем плюс был и в чем может минус? Да? В принципе, и плюс, и минус, как всегда. Да? То, что очень было сложно получить какую-то информацию. Вот эти, потому мы очень, ну, те тренера, которые нас учили, инструктора, да, мы слушали их, да, и, как я уже говорил, у нас было очень много, и мы смотрели, как другие тренируются. У нас было, в принципе, мы больше, может, даже учились от этих людей, которые были впереди. Потому что, как считалось, то первый ряд – это самые такие серьезные. Дальше, дальше, дальше. Когда ты там в конце стоишь, то ты все время стараешься туда попасть. Да? А с другой стороны, ты знаешь, что ты всегда, вот, если какие-то контакты были, ну как, вот 200 человек, ну я когда начал заниматься, было 130, у меня в группе было 148 человек было. Я помню первый раз, там, это была советская система, тренер всегда после этого, ну, тренировки он звал, представляете, сколько там времени было, да, ну, по именам там, кто есть, да. 148, ну, да, человек, и, да. Да, вот я занимался, и там было... Ну, значит, всегда, конечно, есть схема, у тебя нет контакта, но есть люди, которые есть контакт, да, и вот также и старших, да, и много помогало, что тренер, он был как бы общий, все, вот всех их собирал, и там были какие-то инструктора, кто приходили в гости, все, ты видел каких-то других людей, да, там была очень вот такая внутренняя вот творческая работа. Да, тем более много было вот из этих инструкторов, были художниками, да, и какие-то творческих профессий, представители, да, и вот у них все было, вот это мне нравилось, вот эта творческая вот эта атмосфера, да, и вот приходили какие-то инструкторы, мы находили какие-то контакты в своей группе, которые постарше, что-то поучить, вот там, потому что там уже была радость, когда ты какой-то прием научился, ты какой-то там, что-то там узнал, какое-то название, помню, каждое это название на японском там записывал, у меня еще эти тетради до сих пор стоят. Да. Там, если доставал книгу, обмен книгами, там кто-то там какой-то сам издат достал, ты меняешься с ним, общаешься, там переписываешь, если там на день тебе дали, ты там сидишь всю ночь, перерисовываешь там все это, да, ну, а это давало какой-то стимул вообще, там весь дом там у нас занимался, там обменивались информацией, один за одного тренируюсь, другой другого, там встречаемся, там как, что-то пробуем, там, да. Вот эта вот атмосфера была очень хорошая. Потом у нас вот как раз вот эти 89-е, где-то 88-е, когда старались, чтобы в Советском Союзе все-таки возвратили это все. Появились клуб кинопутешествий, где показывали какие-то клипы, там были люди, которые за границу выезжали, знали языки, там и китайский, и тогда как бы был акцент тоже на ушу, которое не было запрещено одно время, да. Угу. Это тоже нам обогатило, потому что мы добавили к этому всему карате вот эти какие-то вещи, потому что мы начали смотреть вообще все, потому что вот в этом, я думаю, мне, для меня это очень... Хорошее время было, потому что все эти виды, которые сейчас вы знаете здесь, да, и которые к вам тоже, может, гости приходят, да, они, в принципе, один корень большей части у всех, потому что те родоначальники вот этих стилей здесь, они большей части вышли из этой школы Сене. Да, вот это, я извиняюсь, что вас перебиваю, все-таки вот как раз я хотел задать вопрос, вот сегодняшний карате, да, вот это что?
это какая-то микс? Что это? Она отличается от того, что вот, с чего вы начинали в советское время? Ну, понимаете, тут тогда ну, надо немножко, как говорится, отделить все, да? Да. Потому что очень... Это, вот как скажем, мы назовем легкую атлетику, да, но в ней ходят там разные виды. Да? Да, так же и здесь. Здесь получается как, что если мы назовем карате, то мы, с одной стороны, как бы назвали все, а с другой стороны, мы ничего не назвали, потому что есть направление, которое работает, как бы сохраняя традиции, да, есть как бы оздоровительные, да, которые, как, ну, как раньше говорили, физическая культура. Есть спорт высших достижений, но он тоже может быть. Есть какие-то контактные виды, да. Есть то, что мы представляем большей частью своей федерации, это олимпийский вид, который в следующем году будет, в 2020 году в Олимпиаде Токио, будет представлены эти правила, да. И это так называемая Всемирная карате-федерация или ВКФ, да, как он называется. И у нас, конечно, есть результаты в этих соревнованиях, да. Вот направление нашей федерации в том, что вот оздоровительное вот это карате и спортивное карате, да, так как это все молодые люди, да, им сейчас не хватает вот этой подвижности и всего. Это не то карате, которое даже мы занимались тогда, потому что, как я говорил, тогда не было информации, а сейчас... Оно динамичное, оно интересное, оно это игровое, да, и каждый может найти в этом свое, да. И, конечно, есть и также и вот самых этих высших достижений, есть какие-то люди, которые идут на этот результат, мир, Европа, угу. Вот то, что у нас даже вот в этом... То есть это такие уже профессионалы, да, ну вот у нас, так. Например, в этом году очень сильные такие результаты, да, вот у нас был юниорский, кадетский там чемпионат, да, у нас вот там... Эмил Янкаус там, и Эрика Каридзе, 7 места, Айлита Попова, 3 место, Леон Гайдук, 2 место, Артем Ермолаев, 1 место. Первое только место. Что ребята приехали с чемпионата мира, вот юниорского, кадетского, было в Чили, да, как раз, и Артур Степанов у нас 2 место занял, да. А из взрослых такой самый у нас титулованный Клаус Калнич на 2-х европейских играх для нашей сборной золотую медаль добыл, да. Ну вот, и общая сложность у нас была 3 золотых медали, да, в Латвии. Да. Только об этом не так широко, но это олимпийские такие европейские игры. Ну, да. Это другой вопрос, да, уже это как бы за это отвечает Олимпийский комитет, да, потому что они как бы организуют эту сборную и везут, да. Но это такие огромные, вот это огромное мероприятие, он второй раз проходит, и очень хороший результат, который, надеюсь, что ему поможет выйти на эту Олимпиаду, на этот рейтинг, да. Ну вот. И, конечно, это все невозможно было бы без помощи вот Министерства образования, Олимпийского комитета, этого Совета спортивных федераций Латвии, да, это, в принципе, такие главные, которые нам помогают, да. А хорошо помогают? Насколько ну, вы хорошо, как, понимаете, как... Ну, так же, как сейчас все эти поездки, конечно, они стоят денег, да, но вот, скажем, если это олимпийская сборная, я думаю, она очень помогает тем, у нас, в принципе, мы такие маленькие рекордсмены даже в этом, потому что у нас первый год, когда были, мы как стали олимпийские, предали, ну, то есть уже олимпийский цикл пошел, у нас был 1 человек в олимпийской сборной, тогда у нас потом 2, сейчас у нас уже... 5 человек, мы уже там так побольше, и чуть-чуть, надеюсь, чуть-чуть. Да, что следующий год, но меньше не будет, да, ну, за счет вот наших молодых, да. Здесь наши радиослушатели тоже активно пишут, задают вопросы, ну, времени совсем мало, да. Ну, спрашивают, наверное, традиционный вопрос, насколько травматичен, ну, как, наверное, любой вид спорта, да? Ну, знаете как, почему сейчас как бы олимпийские? Олимпийские – это как бы тоже безопасность, да, там есть защита и так далее, но любой, ну, раньше как бы был такой один из моментов, что говорит, вот, бесконтактные, есть контактные, да. Человек, когда встречается с другим человеком, он бесконтактно как-то совсем не может там быть, да, потому что это взаимосвязь двух людей, да, и... Даже станция это контактная, да. Да, да, и за счет этого как бы нет, ну, возможность бывает всякая, но от чего она зависит в частности? Она зависит от усталости, от разных каких-то, ну, факторов, да, но если говорим, сейчас судейство...
улучшается, да, экипировка улучшается, да, там, ну, правила, эти тренера тоже умеют тренировать, потому что у нас сертификация, все вообще виды спорта, они все сертифицируются, и за счет этого эти тренера тоже улучшаются. Я думаю, ну, все возможно, конечно, да, но это не меньше, не больше, как в жизни вообще, да. Мы всюду можем где-то споткнуться, что-то сделать, да. Чем мы больше сами об этом всем думаем, да. Просто есть люди, я думаю, которым, ну, это интересно, и они переходят, ну, это их не так страшит, да. А есть люди, которые, может, больше, как бы, ну, волнуются об этом, да, и так. Как у вас с другими, вот вы сказали, что карате это такое общее, это все и ни о чем, что еще есть, ну, смежные единоборства, насколько есть вот эта конкуренция в Латвии или ее нет? Ну как, ну я думаю, что тяжело так сказать, конкуренция, не конкуренция. Я лично, я как тренер, я тоже 30 больше лет тренирую, я думаю, что так же, как у грибника, у каждого человека есть... Ну, те люди, которые к нему придут, да, и там не зависит. Конкуренция должна быть, и есть в чем профессионализм. Есть у тебя профессионализм, и что этого человека интересует? Кто-то хочет больше вот этого духовного, да, мне вот тут человек там с Эстонии сейчас приехал, да, звонит, он хочет вот только этим стилем заниматься, который я как бы практикую, да. Потому что он, ну, его интересует, какие-то вот у него есть свои тезисы, которые он хочет, да. Я готов ему помочь в этом, да. То есть вот такие, да, люди есть, которые приезжают там из Цесис, из Сигулды, да, в Ригу. Ну, как раньше тоже люди с Валмери откуда-то приезжали. Конкретному тренеру, потому что они знают, что вот, этим они хотят заниматься. Да. И вот хотел пригласить тех, кто, может, интересуется, посмотреть. У нас будут самые большие соревнования Latvia Open в Сауспилском холле на этих выходных 9-10 ноября. Да, с 10 где-то утра. Один день будет, первый день будет 9-го, будет с 14 лет и выше. Там вы увидите всех наших звезд, да, юниоров, кадетов и взрослых, да. А второй день будет до 14 лет, там будут разные всякие. Ну, эти звезды у них уже у всех, наверное, черный пояс есть, да? Ну, тяжело сказать, потому что как, черный пояс раньше как было там за спортивные достижения, да, как дзюдо, там, скажем, все. Но есть, все зависит от тренера, есть за технический. В принципе, это как бы технический уровень, да, технический уровень. Раньше это просто приобщалось, как бы были мастера спорта и так далее. Да. Но какие-то федерации сохранили, у нас пока этого нету, да. То есть может человек быть суперпрофессионалом, но вот этого вот черного пояса, вот этой метки. Ну, есть, потому что в традиционном карате и вообще, да, сама система была какая? Это как в школе. То есть ты должен на каждый вот этот классик, ты должен знать определенные вещи. Если ты это знаешь, ты сдаешь или экзамены, или там присуждает тебе учитель, да, и идешь дальше классик. И потому есть сейчас, в принципе, самая такая распространенная, где-то 10 поясов, иногда для маленьких детей еще есть разделение, да, а еще больше, да. И в результате получается 10 цветных поясов и 10 черных поясов, да. Вот у меня, например, 5-й дан, но у меня по традиционной системе, у меня не по спортивной, да, и это серединка. Как я бы. Знаю, что один министр тоже имеет. Да, да, пояс, да. Ну вот, мы и у нас все, есть, например, в нашем стиле есть еще градация возраста, то есть нельзя там раньше вот такого-то, скажем, 30 лет ты не можешь сдать. Но если ты на хорошем уровне, то ты можешь сдать, конечно, никто не держит. Да, и сайт в интернете просят, чтобы вы назвали. www.karate.lv у нас совсем просто. Все просто. У нас карате все просто. Главный секретарь Федерации карате Латвии Арнис Шауринш был у нас в студии 9-10 числа Latvia Open. Приходите, смотрите, занимайтесь и поддерживайте наших спортсменов, которые, да, вполне могут, может еще имя Латвии прозвучать в скором будущем. И в Олимпиаде, надеемся. Анастасия Смоловская, Айбек Элкин этим утром были с вами. Спасибо вам за участие. И Евгений Копейн помогал нам сегодня звучать в эфире. Всего хорошего. Утро на Болткоме.